Какое там время? Не видно, будет час 17. Хочу велосипед на рынок. Там заменю камеру. А я оттуда уже поеду на работу. Надеюсь, успею до конца обеда. Потому что после обеда придется ехать на субботник. Как бы мне этого не хотелось, но придется. Катится велосипед, катится. С колесом этим проткнутым. Рынок осталось еще недолго. Надеюсь, успею совсем разгребстись. Прокатился на рынок, договорились за 1200. Сейчас заменят, накачают и помчу на работу. Уже камера убрана. Есть, да? Я вчера приезжал, спрашивал. Сказали, что есть. Я помню. Да. А он на белый, может, его? Я думал, что камеру проткнуло, а покрышка уже взорвалась от давления. Нет, оказывается, что камера взорвалась. Я чуть-чуть назад ее, по-моему. Вот. Хрупко выглядит все. А, ты ее сразу с этим хочешь? Ну, естественно, без отверток уже. Без отверток уже, естественно, да? Что такое?
Погоди, она на колесо подходит, да? Это по размеру, да? По размеру вроде должна подходить. Вроде она. Может ее накачать чуть-чуть? Не полностью, так чуть-чуть. О. И не про то, чтобы ее надеть можно было нормально. Давай помогу. В общем, она не того размера оказалась, да? 20. Вот. А тот размер. Баруга. Она обертку. Да уже на эту. Дима. Блядь, типа диска. Давай отвечу. Узкий, блядь, диск вообще. Болды. Мисал, керегі жоқ деп айттың ғой, блядь. Неле нез болтасың, не? Сен оқып айтасың ба? Айттың ғой, керегі жоқ деп. Түшті мынау деп. Түшті. Насос атқаннан көрі. Насосан ата. Спамни. Камерадан кересіз сначала. Нормально, да? Камера Не-не-не, отвертка не надо, давайте уж. Подожди. Там камера просто. Вот, или давай пробуй потихонечку. О. А то отвертка уже одна же сделал. Потом. Да. Порвалась потом, да. Маленькая трещинка была, я и не знал, она спустила потом на середине пути. Велик откуда взяли? Велик? Китай, да? С этого, с Забайкалья. Привезли. Администрации кто-то привозил в прошлом году. Тут
Жатылайга. Жо, маған не керек, білесің ба? Білесің ба, білесің ба? Ешкім маған телефон алып қойды да. Мен сізге WhatsApp-тан айтайын ба, білесің ба? Так, ну Шиля, не перекачивай там. Сколько? Хватит ее? Как думаешь? О, четверка, как говорили, джигримашки. Тройка, алсу, тройка, все болты. И капучок. Вон. Тертик, тертик, медовый. Вон, 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 капучок. Медовый, медовый, я сыр вас найду. Сначала цепь там. Не знаю, подожди. Цепь, цепь, цепь. Помоги. Так, так. Попала она в диск, да? Так, ну давай что-нибудь вставим сюда, чтобы она... Или что, или она так должна держать? Выдержит она так? Все? А он ключ, давай вставим, чтобы он... Вот сюда. Ключ. Ключ, а. Не-не, он тот маленький. С головкой кто-то. С кольцом, видишь? Должно хватить вроде, да? Так, я сейчас присяду, глянь, как оно. Держит кольцо или? Держит. А что-то оно сильно проседает, может чуть больше или, или не надо? Это нормально, это широкая камера. Нормально, думаешь? Нормально. Давай попробуем тогда. Так, номер дай мне сейчас, расплачусь. Изначально... Вчера обсуждалась цена 1200, но думалось, что камера у меня 26, она оказалась 27,5. Когда это выяснили, там продавец сказал, ну, говорит, 27,5 она гораздо дороже, она более редкая. Я сразу же понял, что она, скорее всего, обманывает. Ну, как она на самом деле, я не знаю, да и не до споров было. Во-первых, время поджимало очень сильно, и так уже... Слишком много времени потратили, пока пытались надеть эту маленькую покрышку на колесо, а потом еще вторую, потом еще закручивали, все так медленно длилось, я еле успел потом. Так, ну, накачали, я уже когда прокатился несколько раз, посмотрел, как колесо проседает, оно проседало, как мне показалось, весьма сильно. Ну и вот это вот, что ты... Прокрутка колеса с таким характерным треском. Именно не трещотки, а именно какие-то дополнительные звуки. Мне это показалось очень подозрительным. Ну я решил, что после субботника, субботник, кстати, залью чуть позже, тоже посмотрите. После субботника сразу съезжу на рынок. Субботник закончился, я приехал домой, быстренько помылся, собираюсь, выхожу и... Вот здесь залетело.
Я, блин, хотел на рынок съездить. Велосипед под шамай, и он теперь мокнет там на улице, припаркованный. Ну, так я из окна посмотрел, думаю, вроде чуть-чуть капает. Пока собирался, выхожу, уже ливень. Хорошо, что не с дороги застало. Ну, вот это да. Тут не поспоришь. Бедная. Да. Придется тогда завтра уже ехать. Да, вот так вот. Думал, на рынок съезжу, велосипед дома доведу, а то поскрипывает. А погода мне говорит, сиди дома, видосики монтируй. Ладно, придется, выбора нет. А дождь внезапно взял и закончился. А время уже без 20, по-моему. Рынок до 6, не знаю, может успею. Рискну? Рискну. Поехали. Напрягает его движение. Сказали, что так вроде должно быть. Мне не верится, думается, надо, наверное, будет новое колесо покупать. Посмотрим еще. Это да, просто треск. А теперь крутани его сильно. Тоже что ли? Угу. Думаешь, так и должно быть? Держать нормально. Ладно. Именно вот основа новая. Звездочка. Ну, не продается, все. Да? Один. Есть, есть. На всякий случай скажи, сколько она стоит. Вот это, да? Вот вся основа, втулка внутри, которая идет со звездой вместе. Нет, нет таких, да? Нету в наличии, получается. Ладно. Ну, будем надеяться, не сломать по пути. Вот. А? Вот так и есть. Угу. Ладно, ну если что, я заеду еще. Угу. Так. После рынка, естественно, магаз заехал. Ну, 18-19. Короче, колесо поменял. Ну, на рынок съездил не просто так. Подкачал его, оно теперь чуть более упругое стало. Вроде таким оно и должно быть. Хотя мне все равно сыкотно. Желание его слегка спустить, но не, вот в переднее на порядок больше накачано. А это прям не знаю, короче, экспериментальным путем выясним, нормально оно или нет. Тормозной диск холодный, значит трения нет. Но в принципе то, что я уже показывал, что колесо крутится без особых замедлений, это уже говорит о том, что трения нету. Так, ну, впрочем, велосипед целый. На ходу, думаю, еще, может быть, покатушки какие-то поснимаю. Может, и вкатим в первой половине дня воскресенья. Прокатимся, а я потом к своим поеду на дачу. Посмотрим, что да как будет. Что, заднее колесо больше, что ли? По диаметру. Ладно, короче, не суть, я жрать хочу уже, извините.